Всем привет! Продолжаем исследовать колобот. Мы уже прошли все упражнения. И вот осталось познакомиться с миссиями. Но, как я вижу, здесь одна миссия. Хотя в директории, куда установлена игра, присутствует не одна миссия, то есть судя по файлам. Но я так понимаю, когда я эту миссию пройду, то откроются следующие. Вот. Ну, давайте попробуем. Так, и у нас первая миссия «Покидая Землю». И миссии на этой планете «Снаряжение». Приготовьтесь к началу самого захватывающего приключения. Ну, давайте начнем. Посмотрим, что там надо делать. Итак, вот у нас этот астронавт, чи космонавт. Дорога кем-то построена, дальше ехать нельзя, туда радар есть. И, а что это? Завод ботов. Ага, и есть у нас тренировочный бот. Ну, хорошо. А что он не выбирается? Ладно, нажмем F1. Итак, мы рады сообщить вам, что вы были выбраны. Это понятно. Ваши психические, вот так вот, данные были признаны пригодными. А ваши способности, ну, дык, блин, конечно же, только я мог полететь. Кто еще? Так, из центра управления Хьюстона. Как вам известно, Земле грозит большой катаклизм, который разразится из-за все увеличивающегося загрязнения атмосферы. Так, моя миссия состоит из исследования ближайших галактик в надежде найти планету, которая может оказаться подходящей для людей и сможет стать приютом для всего человечества. Выполнять миссию вы будете в одиночку, но на вашем космическом корабле будет несколько ботов, которые могут вам пригодиться. 8 месяцев назад экспедиция, полностью состоящая из роботов, была отправлена в космос с той же целью, что и вы. На своем пути они встретили много преград, часто они приземлялись на планетах, неподходящих для колонизации. А временами даже встречали отпор местных жителей. Очень недавно с ними была потеряна всяческая связь. Так, ладно, первоочередное задание. В пустыне Невада началась активная подготовка вашей миссии. Боты устанавливают космические станции, которые рассчитаны на удовлетворение всех ваших потребностей. Мне Wi-Fi нужен. Интересно, не удовлетворят меня? Так, для того, чтобы вы ознакомились со своим скафандром, мы разработали несколько тренировок. Во время первой тренировки вы должны найти комплект жизнеобеспечения, в состав которого входят все инструменты, позволяющие вам выжить в холодном пространстве открытого космоса. Его легко найти, так как он состоит из оранжевого и синего бачка. Чё, и все? Мне сейчас надо бегать и искать? Крутая миссия. Ну ладно, как его найти? Радар. Радар выбрать не могу. Что-то я ничего выбрать не могу. Я могу только что-то взять. То есть мне надо найти какой-то бачок синий. Зачем его искать? Его нельзя было рядом положить. Блин, тут туман. Опача. Смотрите, кто-то едет. Эй. Колесный стрелок. А, я так понимаю, он патрулирует. Ух ты. Какое-то здание. Центр управления. А, я так понимаю, это типа я в этом. Блин. Пустыня в Неваде. Готовлюсь к миссиям, да? О, вот он. Стой, блин. Вот он этот. Вы нашли рабочий объект. Отлично, миссия выполнена. Офигеть, вот это миссия. Да, действительно, здесь миссии будут добавляться.
И судя по файлам, как я сказал, я увидел, тут не одна миссия, поэтому должно быть, наверное, интересно. Ну, стройка. Давайте начнем стройку. F1. Так, подойдите вплотную к титановому слитку, постройте исследовательский центр. Заметьте, что только вы можете строить здание. Эту работу боты вместо вас выполнить не могут. Используя второй титановый слиток, постройте фабрику ботов. Титановый слиток. Хорошо. Куда его бросили? Давай. О, смотрите, у него тут построить научно-исследовательский центр и построить завод ботов. Титан слишком далеко. Хорошо. Ай-яй-яй. О, давайте посмотрим, что там за эти. Здорово. Хьюстон, центр управления. Ладно, идем дальше. Так, вот это, я так понимаю, титановый слиток. Хорошо, блин. Так, что у нас здесь? Показывать плоскую землю. Ага. Установить флаг, удалить флаг. Взять. Взял. Что дальше? Теперь надо мне построить исследовательский центр. Вот это он, да? Уже что-то несу. Блин, а как мне построить? Ладно, давайте я брошу. И построю. Ага. Я нажал построить. Подошел к титановому слитку. Нажал построить. И вот так вот получается исследовательский центр. Не, ну а чё? Всякие технологии космические. Так, наверное, в будущем и будет. Подошел к какому-то куску камня. Такой выбрал в телефоне, что построить. И построил. Так, и подойдем сюда и построим завод ботов. Ну, нормально. Завод ботов и исследовательский центр построились. Классно, на исследовательский центр. Блин, миссия выполнена. Ну ладно. Раз такие правила, то что делать? Надо играть. Так, дальше. Снарядите свой корабль и приготовьтесь ко взлету. О, это уже интересно. Наверное, сейчас опять надо найти где-то корабль этот. А не, вот он. Ага, вон оно как. То есть едет большой такой. Что это? Носитель космических кораблей. А где же вот эти там сбоку такие штуки, которые держат корабль? Вот это и есть корабль. Ладно. Нажмите F1. Нажимаю. Запустите исследовательский центр, используя одну из зеленых энергетических батареек. Щелкните на кнопке «Исследовательская программа гусеничного бота». Фу, блин, ладно, нет батареи. Ну, хорошо, я понял. Надо взять... Так, нажимаю кнопку «Home», и это я выбираю этого космонавта. Так, подходим к батарее, берем ее... И, я так понимаю, надо отнести... Блин, надо отнести... Вот сюда. Бросить. Все. Так. И нажать вот эту кнопку, да? А чё он... А, не, вот эту. Начать исследование программы для гусеничного бота. Хорошо. Дальше. Разместите титановый слиток в центре фабрики бота. И постройте гусеничный сборщик. Блин, надо... Пойдем. Ага, вот два титановых слитка. Блин, надо привыкнуть к этому управлению еще. Окей, так, взять. Взять это Е.
Никак нечего. Есть чего. Занести надо сюда. А бросить тоже Е. Хорошо. И завод ботов. Колесного сборщика гусеничного. А мне какого надо? Гусеничного. Так же. И постройте гусеничный сборщик. Ну, хорошо. Пока мы только носим, ничего не программируем. Так, сейчас должен построиться. Интересно, этот наедет на меня? Давай, давай, давай. Нет. Красавчик. Объезжает. Куда? Так, доступен новый бот. Хорошо, что дальше? Дальше запустите и управляя по радио гусеничным сборщиком, выведите его на вершину горы, обращенной на юго-запад. Батарею, что спереди? Куда его вывести? Где эта гора? Где юго-запад? Где солнце? Вот это, наверное, гора. Да блин, что вы тут ездите? Юго, ну, судя по всему, это что у нас? Север, юг, запад. А, ну да, значит, на вот эту вот гору. Черный ящик. Там какой-то черный. Окей. Значит, нам надо этот сборщик вывести, так? Значит, походу надо запрограммировать. А, у него батареи еще нет, точно. Да блин. Так, запустите. Выйдите на вершину горы. Хорошо, давайте побырикуем. Нет батареи, понятно. Этот завод мог бы уже делать сразу с батареей. Ничего сложного я в этом не вижу. Давай, 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 Е. Так, зарядили. Теперь отходим. Теперь отходим. А, таким можно управлять. Вот так, смотрите. Я нажимаю кнопки и управляю. Ну, поехали. Так, давайте напишем ему программу Move. Ух ты, новый. Да. Новый. Move. И давайте ему Move 20. Функция уже существует. Блин, вот так вот. Move. И поехал. Так, а мне надо отнесите черный ящик на борт. А, туда тоже идти. Окей. Ошибка движения. Какая ошибка? Ё-моё, он сползает. Двигайся, двигайся. Двигайся, двигайся. Так, а мне надо вот этот, походу, черный ящик взять и отнести его куда-то. Попробуем этому боту сказать, чтобы он взял и отвез. А это что-то не может залезть. Я понял, значит, это надо сделать этим ботом. Окей. И как этот черный ящик найти? Есть ли тут какая-то функция? Хотя я могу так подъехать. Подъехал, беру.
По идее, можно же найти этот. Найти космический корабль. Объект Space Ship. Окей. Так, язык. Как там искать надо? Я уже не помню. Радар, да? Радар ищет. Окей. Значит, и воспользуемся go to. Так, нам нужно найти Space Ship. Давайте. Object. Item. Дальше. Item равно радар. Space Ship. Нету такого. Космический корабль. Spaceship. С большой буквы, я понял. Во, есть такой корабль. Хорошо, нашли. И дальше скажем боту go to item точка position. Вот так вот. Правильно. Правильно, поехали. Давай, нормально. Он едет. Теперь нам надо этого отвезти туда. То есть идти за ботом. У бота скоро батарея сядет. Ну-ну-ну, едь, едь, едь. Так, ну я так смотрю, они запрограммированы. Если он столкнулся, он едет назад. Назад и объезжает. Так, вот он принес космическому кораблю наш этот черный ящик. Теперь его положим. Положили, нажмем F1. Что дальше? Не забудьте захватить с собой колесносборщика. Заберитесь вовнутрь. Выберите и взлетайте. И как мне вовнутрь забраться? Где тут вход? Ага, я понял. А вон мне дается 4 слитка, 4 батареи. Кстати. Блин, не, давайте я еще нанесу сюда батарей. Потому что, я так понимаю, сейчас отправится. Я сейчас залезу в этот корабль. И он полетит. Поэтому я, наверное, сейчас нанесу сюда этих ресурсов, которые есть. И надеюсь, они со мной захватятся. Ну, со мной полетят. Так, давайте я за батареей сбегаю. Так, да, нажму на паузу. Сейчас это все перенесу. Итак, я перенес еще 2 батареи и 1 титановый слиток. Там написано, было в справке, что выбрать космический корабль, выбрал. Во. И вот взлететь, чтобы закончить миссию. А тут смотрите, тут еще гусеничный сборщик и есть колесный сборщик. Блин, а колесный что стоит? Давайте колесный тоже, кстати, возьмем. Проще ж будет, меньше строить надо. Вот. Ладно, выбираю космический корабль, нажимаю взлететь. Отлично, миссия выполнена. Офигеть, это ни кресел, ни телевизора нет. В каком-то, блин, бараке буду лететь. Ну и полетела эти сопла зачем? Ладно, улетел. Я так понимаю, улетел я на какую-то планету. И сейчас. О! Открылась миссия 2 на Луне. Разработайте летающих ботов, чтобы получить доступ к полезным ископаемым на поверхности Луны. Ну, хорошо, давайте начнем. Начать. Итак, первая миссия. Летим на Луну. Летим. Не любил сюда эти заставки, и пропустить их особо не пропустишь.
Что это? О! Теперь я на Луне. Ну, давайте F1. Итак, соберите 4 куска титановой руды. Так, создайте оборудование. Так, перед тем, как продвигаться дальше, вы должны постоянно просматривать сводку, полученных со спут... сводку полученную со спутника. О, спутниковый отчет есть. Программы переданные. Ниже приведен текст программы, написанный нашими инженерами. Она позволяет вам переключать энергетические батарейки. Заряженные батарейки необходимо разместить на земле около бота. Чтобы запустить программу, выберите программу Switch Cell из списка программ, доступных для бота, в левом нижнем углу и щелкните. Ну понятно. Так, и что это? Взять, бросить. Взять у бота, бросить. Ладно, это у нас сообщение со спутника. Температура. Титановая руда немного, урановой руды нет, источников нет, 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 нет. Инструкции из Хьюстона. Хорошо. Так, колесный сборщик. Вот у него вот эта программа. Так, но нам надо найти титановую руду. Ну, давайте... Для того, чтобы новых... Необходимо новое исследование. Это исследование также отремонтирует реактивный двигатель в вашем персонале. Постройте летающего сборщика и соберите 4 куска титановой руды. А при необходимости до того, как вы можете... Ладно, нам надо... Исследовательская программа. Так, так. Дальше. Дальше нам надо... А, блин, я же еще одного сборщика брал с собой. Еще одну батарею, даже две. И еще один кусок руды. Не прилетело это со мной. Ладно. Так, давайте этого... возьмем сейчас по бырику. Отвезем. И построим исследовательский центр. Так, отъезжай. Нажимаем кнопку Home. И идем. Так, нам надо построить исследовательский центр. Титан, как это далеко? Далеко. Стоял же перед ним прям. Так, а этому пока можно написать программку. Так, так, которая найдет титановый слиток. Давайте ее сразу и назовем. Блин, этот перевод тут не кстати. Find titanium. Так, дальше. Мы запомним... Запомним наши координаты. Так, где тут справка? F2, наверное. Давайте так, клацнем. Ага, point. Так, запомним наши текущие координаты. Вот, point, pos, равно position, position. Дальше, надо найти titanium ore. Так, object. Титаниум равно радар титаниум ор. Нет, не так. Как там эти ресурсы? Наверное, категории объектов, которые могут быть найдены. Итак, где тут титаниум ор с большой буквы. Хорошо. Так, сейчас найдем этот титан. Возьмем его. Дальше. Go to t.position. Дальше. Приехали. Дальше. Grab.
Дальше. Go to сохраненную позицию, поз. Вот. И drop бросим и отъедем назад. Move минус 3. Так, давай, едь. Здание построено. Ай-яй-яй, а где я? Вот он я. Так, сейчас этот... А куда он поехал? Воу-воу. А это что? Это не титаниум ор? А, это уже титан. Блин. Он мне сейчас привезет... Не-не-не-не, стоп. Мы лоханулись. Надо не титаниум ор, а просто титаниум. Вот. Давай. О, смотрите, это типа эти приземлились. Ну, которые там на Луну летали, американцы. Вроде бы. Надо сбегать туда, может там какие-то ништячки они оставили. Так, стоп. Давайте приедем сюда, потому что мы запоминаем позицию, откуда мы стартуем, чтобы он сейчас привез на это место этот титан. Во, а теперь запустим. Все, сейчас он поедет, привезет титан. Поедет, возьмет и привезет его туда же. Так, давай, разворачивайся и едь. А я сейчас это подхвачу и построю. Нет батареи. Ошибка движения. Какая движение? Куда движение? Так, давайте напишем программу, которая найдет батарею. Давайте. Find cell. Вот так вот. Окей. И скопирую я, наверное, из этой. Не копи. Так, изменить выбранную, да. Нам надо найти. Так, давайте перейдем еще к радару. Где тут объекты эти, которые можно найти, которые даже могут быть найдены. И нам надо это здание, роботы, флаги. Там просто, по-моему, cell, да, power cell. Так, мы найдем power cell. Cell. Так, power cell найти. Дальше. Пойдем, возьмем. Далее. Наверное, вот это нам не надо. Как это здание называется? Научно-исследовательский центр. Давайте его глянем вот здесь. Научно-исследовательский центр. Где он здесь? Research центр, походу. Так, это мы взяли батарею. Дальше. Поз равно радар. Research центр. Вот, найдем этот центр, поедем к нему и сбросим батарею и отъедем на 3 метра. Надеюсь, батарею он правильно сбросит. Неверный тип. Ага, я понял. Ну хорошо, давайте пост нам не надо. Это будет Т. Т, а здесь точка. Т, точка. Position. Так. Ну, давай. Найди батарейку, возьми ее и привези. А мне пока надо построить этот завод. Место занято. Вот тормоз. Нечего взять. Ну как нечего взять? Ну развернись. Окей. Так, бросим сюда и построим завод ботов. А чё наш этот сборщик тупит? Место... Ну что значит место...
Занято. А, вон он взял. Он почему-то не захотел ехать обратно. Место занято, написал. Ну ладно, в ручном режиме. Так, батарею поставили. И наша задача исследовать летающего бота. Хорошо, дальше мы построим. Так, find titanium. Давайте я этого... Вы можете летать с помощью клавиш Shift и Control. Ну, я так понимаю, это этим сборщиком, так? Так, давайте я вот так вот, вот так вот, вот так вот поставлю его. И сейчас запустим программу найти вот этот, привести этот титан. А не, я могу этим летать с собой. Вот я нажимаю Shift, взлетел, контроль вниз. Хорошо. Во, привез он. И нам надо построить летающего сборщика. Хорошо. А ты пока, дружочек, поедь еще и привези мне... кусок титана. Ну, в принципе, вот так вот, шаг за шагом, у нас получается программировать и управлять этими ботами. Так, вот он положил. А где этот кусок? Блин, он его положил прямо этому. Взять или бросить? Нечего взять. Shift. Давайте этому, надо же батарею еще принести. Switch cell, давайте попробуем. О, что ты сделал? Что он делает? Ну, давай, может, наоборот. Он меняет батареи местами. Я понял. Но это батарея почти севшая. Ладно, давайте я ее, наверное, поеду сюда и выполню эту программу здесь. Посмотрим, что будет. Давайте я запущу. Так, вот он нашел батарею. Угу. Сейчас он вытянет свою батарею, положит ее. А как он работает без батареи вот сейчас? И поставил батарею. Хорошо. И теперь... Ну, теперь я это в следующий раз сделаю. Надо будет написать программу, которая найдет батарею. Дальше найдет этого летающего сборщика. Вот он. И поменяет ему батарею. Так, что нам надо? Нам надо построить летающего сборка и собрать 4 куска титановой руды. Вот. Так, про батареи. Или запустить, которую... Ну, батареи тут не заряжаются, я так понимаю. Так. Behind, front, energy cell. Ну, на сегодня все. В следующем видео мы продолжим исследовать Луну. Вот. А пока все. Что мы увидели? Увидели то, что в принципе можно сборщиками управлять вручную. А можно ими управлять и не вручную, то есть с помощью программ. И увидели, что есть исследовательский центр. Я так понимаю, это тоже что-то здесь откроется в будущем. Мы можем исследовать, мы можем строить, и строить немало ботов, вот судя по этим ячейкам. Пока у нас доступны 3 бота. Вот. Ну, а строить мы тоже можем не 2 и не 3 здания, судя по всем этим ячейкам. Здесь, ну, наверное, как минимум сколько? 2, 3, 4, 5, 6, ну, 7, 8, наверное, 9 зданий есть.
Вот, поэтому все у нас впереди. Поэтому подписываемся, комментируем, ставим лайки, делимся, ну и все такое. И до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Всем пока.